Три шага. Тут трещина. Ну, всем известно удар в середину. Вот такой понятный. С ним понятно, что делать. Есть вот такой удар с прилипанием к черному камню. Он носит другой характер, он более деструктивный с точки зрения своего воздействия. Мы меньше здесь получаем, мы не лезем внутрь, мы не позволяем себя отстроить. Но и наносим урон больше, то есть мы разрушаем. Разрушаем здесь построение черных. Чем? Ну, потому что. Мы их разрушаем. Вопрос, хорошо, вот к черным. Как они стараются здесь дать себя разрушить? Конечно, все зависит от контекста здесь. Тут очень важно, что здесь. Ну, напрашивается такое. Вот. А это есть. Как вообще правильно здесь за белых? Разрезать? Как бы ты ответил за белых? Я бы за белых. Сюда бы влез. Туда бы еще полез. Это уходить от борьбы. Уходить от борьбы. Тогда мы перестали на них воздействовать, мы решили уйти. Вот. Нам нужно между черными, наоборот. Да, так можно, да. Есть такая идея. Ну, сейчас вот хочу слушать просто. Я бы за белых вообще сюда не полез. А, вот ты бы не полез. Ну вот это честно. Вот. Так, конечно. То есть это примерно та же идея, что и здесь, с той же логикой. Просто здесь наши камни совсем разделены, тут мы все-таки как-то вместе. Ну, хотя бы мы рядышком стоим. Вот. Вот, и вопрос, если черный соединяется, то и мы соединились. И мы нанесли урон, про который говорю, разделили. Если белый, черный борется, вот, то ситуация будет развиваться. Ну, тут очень важно, какие камни стоят здесь. Так отвлеченные трудно эту ситуацию смотреть. Опять. У черного выбор сейчас. Вот, ну, например, они могут там, не знаю, поднять, да, камень еще. Когда мы поднимаемся. Вот, и черный забирает этот камень. Его можно потянуть. Хороший. Вот. Создать здесь некоторые дефекты. Так. Как тут отличается? Здесь даже если там белый, да даже если белого нет. В общем, этот камень забирается. Ну, поэтому тут не так все просто, да? Да. Хорошо, какой камень? Давайте вот этот. Мы не будем поднимать. Вот этот поднимем. Да. Вот этот важный. Все равно поднимемся. Черный здесь закрепляется. Так. Вот. И мы можем сейчас наносить удар, если нам есть предпосылки. Обязательно потом дожимать, это важнейший момент. Такая борьба здесь черным, этим белым невыгодно. Черным невыгодно. Черный защищается. Дальше мы можем здесь ничего не делать, просто взять влияние в центр. Имея в будущем угрозу на разную борьбу здесь. А сейчас черный так не ударит? Ну, вот если они ударят, они потеряют постановку. Возможно, что они все равно угол не защитят еще при этом. Вот. При этом они все равно угол не защищают. Что мы еще добились? Что вот эти камни тоже не на месте. То он должен здесь стоять. Вообще они должны стоять вот здесь. Вот так. Как-то. Конечно. Вот. Мы получили влияние на основе черных, мы закрепились в этом районе. Они нас отсюда никогда не ждут. Вместо вот этой постановки хочется. Можно и так. Все зависит от того, что здесь. Если здесь есть белые камни, пожалуйста, можно так. Вот совсем плохая ситуация. Ну, не так ты ничего не делаешь. Возьми просто, стань неуязвимым. И ты считаешь, это хорошо? Да, достаточно. То есть убить этот угол, это уже это сверх задача. Вот. Поэтому эта постановка самая плохая для черных. То есть она вот приводит, может, при ошибке черного может привести вообще к страшным потерям здесь. Поэтому чаще всего выбирают другую Е. Это либо давление сверху. Телефон. Тогда мы просто тянемся. Ну и как-то черному отличается. Мы довольны тем, что. Жалко. Что? Жалко. Нормально. То есть. Что, белый доволен, правильно? Видно, что белый доволен. Да. Вот. То есть это действие, такое влияние тоже черным не всегда нужно. Вот. Самый сильный ответ черных на такую постановку, он интересный. Это просто усилить этот камень. Он подъем. Угу. Вот. Тогда белый. Пускай он сам что-то с ним делает. Камень. Что?
Ну, поднять его, а белый сам будет думать, что с Да, ним белый делать. Так. тоже может. Вот, и здесь ситуация Можно. будет развиваться вот в таком ключе. И опять белых это устраивает. Белым сейчас вот здесь не выгодно поставить. Не обязательно. То есть сначала получить влияние. Это хороший результат. То есть мы оперлись на черные камни, мы их оградили, мы помешали им развиваться, мы закрепились в их слабости. Вот, и в будущем мы имеем разные. То есть черным надо еще добавлять, значит, камни. Они еще теряют инициативу. Нормально. Белых Так это хорошо, устраивает. за черных хорошо. Для белых тоже нормально. Угу. Лучше, чем тот вариант, конечно. Когда этот черный пытался все спасти, это нехорошо. Вот этот прием можно использовать наряду вот с таким ударом и выбирать между этим и этим. Если нужны камни здесь, такое бывает нужно для борьбы, например, поставят камень сюда. Если нужно отнять участок, то ставят в клубе. И так он, естественно, здесь его просто ну, толкает, да? Ну, самое простое действие, черный, спокойно. Ну, все зависит. Это, кстати, приведет к тому же варианту, который мы смотрели. И после поднятия еще подняться, да? Белого, черного подняться здесь, это важно. Черный и белый? Белый, ну, белый может порезать, потом подняться. Черный закрывает. Ну тут надо смотреть, я вот сейчас опять тут запутался. Тут вот эти ну, камни, тоже тут все очень, тут очень важно, что по краям. Черный надо все-таки закрывать здесь. Ну, в общем, надо рассматривать тут варианты. Но поэтому выдавливать снизу не очень хорошо. Зачем? Если это накрыл, то лучше продолжаем делать. Это правильно. И сейчас только этот, естественно. У него два дыхания. Ну, а что значит накрыл? Сверху. Вот это вверх. Это низ. Поэтому все камни, которые мы ставим вот с этой стороны по отношению к белым, мы их накрываем. Все камни, которые мы ставим отсюда, мы их подмываем наоборот. Подбиваем в центр. Вот это вершина. Поэтому накрывать. Поэтому мы говорим, что мы их накрыли. Ну, они довольны тем, что они здесь живут. Ну, да, не в самом лучшем районе, но зато просторно. То есть они не жалуются. Если бы их там совсем бы зажать, да, было бы плохо. Да. Нормально.